Перед началом видеоролика хотелось бы выразить отдельную благодарность всем спонсорам и зрителям моего канала. Джилл Стученко, мать четверых мальчиков и двух девочек, родилась 2 декабря 1973 года. Проживала в Принц-Джордж, городе, расположенном в северной части Британской Колумбии. Ее жизнь была далека от сказки. Женщина употребляла запрещенные вещества, а чтобы заработать деньги, оказывала интимные услуги. Невзирая на наличие детей, домой Джилл приходила редко, поскольку там ее ждал муж-тиран, который к тому же был не прочь приложиться к бутылке. Ночевала где придется – в парках, приютах или у клиентов, пока однажды не повстречалась с Джимом Гиллером. Подобрав женщину легкого поведения на обочине, Гиллер заплатил за услуги, после чего пару дней не мог выбросить ее из головы. Неожиданно для себя влюбился и загорелся желанием помочь возлюбленной. С трудом разыскав Стученко, Джим предложил помощь. Вот она, долгожданная дверь в новую жизнь для отчаявшейся и уже не ожидающей ничего хорошего молодой женщины. Гиллер жил в 40 минутах езды от города, в домике в лесу на берегу живописного озера. Он предложил Джилл переехать к нему и даже оформил над ней опекунство. Но Джилл отказалась перебраться к нему навсовсем, предпочитая навещать его раз или два раза в месяц и оставаясь у него на некоторое время. В эти дни она спала по 15-20 часов, читала книги по саморазвитию и пыталась бороться с зависимостью. Но когда спустя 4-5 дней состояние ухудшалось, бросала реабилитацию и вновь прыгала в городской омут. Очень медленно, но все же жизнь понемногу налаживалась. Джим оплатил все ее долги и даже заставил обратиться в полицию из-за агрессивного поведения супруга. В результате чего ее муж Леонард даже получил соответствующий срок. В день благодарения, 10 октября 2009 года, Джилл позвонила опекуну и попросила встретиться у Виктория Тауэрс на 20-й авеню. Гиллер приехал и застал ее сидящей на парапете в грязной куртке и испачканных джинсах. Забрав подопечную, мужчина пригласил ее на праздничный ужин к своей сестре, но Джилл, разумеется, отказалась. Судя по всему, женщина просто искала компанию в этот праздничный вечер. Дети находились у ее родителей, супруг в тюрьме, и оставшись одна, она хотела простого человеческого тепла и внимания. Проговорив минут 30, Гиллер высадил подопечную через пару кварталов на Квинсвей-авеню. Обнявшись на прощание, они разошлись. Перед этим Джилл пообещала позвонить через пару часов. Закинув сумочку через плечо и закурив сигарету, женщина направилась вглубь улицы и вскоре пропала из поля зрения Гиллера. По происшествии обозначенного времени звонка от Джилл так и не поступило. Встревоженный Джим неоднократно звонил подопечной и оставил сотни сообщений на голосовой почте, но ему так никто и не ответил. К сожалению, Джилл не смогла до конца открыть заветную дверь в другую жизнь. В ту ночь она бесследно пропала. Полицейские неохотно приняли заявку о пропаже Джилл, поскольку девушки подобной профессии исчезают ежедневно и до них никому нет дела. Джилл пропала в районе шоссе слез. Это печально известное место относится к участку шоссе номер 16, расположенного между городами Принц-Джордж и Принц-Руперт. Регион характеризуется исключительной бедностью, в котором до 2017 года отсутствовал даже общественный транспорт, что вынуждало местных жителей прибегать к автостопу в качестве средства передвижения. Точное количество женщин, пропавших без вести или убитых вдоль шоссе, неизвестно и колеблется от 18 до 40 человек, хотя некоторые источники приписывают даже трехзначные числа. Поскольку все они были из неблагополучных семей или являлись представительницами коренного населения, то до них никому нет дела. И Джилл Стученко для стражи порядка стала лишь плюс еще одной единицей в печальной статистике. 26 октября 2009 года
Джонни Пиус прогуливался возле гравийного карьера, расположенного недалеко от пересечения Отвей Роуд и Оспика Бульвар в городе Принц-Джордж, и наткнулся на человеческие останки. На место находки тут же прибыли вызванные им полицейские. Судя по состоянию разложившегося тела, над которым к тому же потрудились звери и птицы, жертва получила множественные травмы от удара тупым предметом. У нее были переломы черепа и ключиц, а также множественные синяки и ушибы. По правилам Ютуба я не могу рассказать обо всех ранениях жертвы, но могу сказать определенно, что данное убийство было бесчеловечным. Тело сохранилось в относительно хорошем состоянии, и опознать погибшую большого труда не составило. Это была 35-летняя Джилл Стученко. Пока все весело проводили вечер за праздничным столом, Джилл погибала страшной смертью. Согласно отчету, женщина умерла от множественных травм, нанесенных тупым предметом. Перед смертью она подвергалась сексуальному насилию, а за 2 часа до гибели принимала запрещенные вещества. Как уже ранее говорилось, девушки подобной профессии часто становятся жертвами поставщиков или работодателей, поэтому вполне закономерно, что полицейские не бросились, сломя голову, искать убийцу. Однако детективы и не догадывались, что это только первое звено кровавой цепи. 23-летняя Наташа Лин Монгомери также проживала в Принце-Джордже. Разведенная мать 2 детей. Из-за злоупотребления веществами суд оставил женщину без малышей, доверив их воспитание отцу. Лин, как и Джилл, работала на улице, но в отличие от предыдущей героини, Лин действительно делала все возможное, чтобы вернуться в семью. Она практически полностью смогла побороть зависимость, в кошельке хранила фотографии своих детей и через день звонила и общалась с ними по телефону. Последний раз Лин видели 30 августа 2010 года. Вечером того дня Роберт Форсайт, знакомый пропавшей, высадил женщину на Квинсвей авеню, именно там, где пропала Джилл. Поцеловав друга на прощание, Лин пообещала перезвонить позже, но обещание так и не сдержала. Не дождавшись звонка, обеспокоенный Роберт все утро прождал свою подругу у входа в офис социального обеспечения. Мужчина знал, что она должна была там появиться, но Лин так и не пришла. Через 2 дня Наташу Лин Монгомери объявили пропавшей без вести. Ее описывали как женщину ростом 1 метр 75 сантиметров и весом 59 килограммов, с зелеными глазами и короткими каштановыми волосами, коренная американка. Ее поиски закончились ничем, толком даже не успев начаться. Дело забыли и положили на пыльную полку. 9 октября 2010 года в отдаленном районе парка 2 полицейскими, патрулирующими местность, было обнаружено тело женщины, прислоненное к дереву. Покойная была наполовину обнаженной, без нижнего белья и в спущенных до щиколоток джинсах. Жертву опознали как 35-летнюю Синтию Масс. Последний раз ее видели месяц назад, 10 сентября. В доме Патрисии Тисон и Тима Сенфа, где женщина подрабатывала уборщицей. В тот день хозяйка дома подарила Синтии кожаную куртку, в которой и было найдено тело. Синтия Масс также принадлежала к коренному населению, имела алкогольную зависимость и проходила реабилитацию в Принц-Джордже. Лечение было успешным и уже подходило к концу. Она уже несколько месяцев не принимала алкоголь. 12 сентября Синтия должна была написать заявление на возвращение ребенка из приемной семьи, но этим планам не суждено было осуществиться. На теле погибшей обнаружили серию массивных ударов тупым предметом в голову и туловище, в результате чего образовались многочисленные переломы лицевой области, ребер, ключицы, лопатки, правого запястья и множественные переломы обеих рук. Кроме вышесказанного, были сквозные ранения в шее и груди. Также имелись повреждения позвоночника. Со слов патологоанатома, Синтия получила как минимум 16 ударов по голове. А разрывы сфинктера говорили о том, что жертва подвергалась сексуальному насилию. Сопоставив факты 2 похожих преступлений,
Полицейские пришли к выводу, что в городе появился убийца с комплексом мессии. Подобного рода преступники воображают себя санитарами улиц и убивают, по их мнению, грешных и порочных людей. Обе девушки были из одной категории – блудницы, зависимые от запрещенных веществ. И ДНК, найденная в теле Джилл Стученко, оказалась идентичным ДНК в теле Синтии. Холодным вечером 27 ноября 2010 года, примерно в 21:45, констебль Аарон Келлер ехал по сельскому 27-му шоссе, расположенному между Вандерхофом и Принцем Джорджем, когда из заброшенной лесозаготовительной дороги на огромной скорости выехал пикап. Удивленный Аарон терялся в догадках, что могла делать машина в подобном месте в темное время суток. У него появилось только одно предположение – браконьеры. Офицер среагировал мгновенно и, включив сирену, остановил гонщика. Водителем оказался 19-летний Коди Легибоков. Юноша вырос в респектабельной семье на севере Британской Колумбии. Детство провел на охоте и рыбалке со своим дедом. Если не считать случайной драки в баре, у Легибокова не было особых проблем, и полиции он был неизвестен. Однако от зоркого взгляда Аарона не ускользнули пятна крови, которыми были покрыты лицо и ноги водителя. Кроме того, внутри машины, на коврике, собралась целая кровавая лужица и лежал окровавленный гаечный ключ. На тот же последовавший вопрос, откуда кровь, Коди спокойно ответил, что убил и разделал оленя, после чего добавил: «Офицер, мы же деревенщина, иногда убиваем животных просто так, смеха ради». Но в машине не было туши, да и одежда охотника вызывала вопросы, поскольку вместо зимней куртки и камуфляжных штанов на парне были джинсовые шорты и легкий свитер. Странный выбор, учитывая, что на улице лежал снег и было довольно холодно. Не удовлетворившись таким ответом, офицер решил повнимательнее изучить автомобиль, и его старания увенчались успехом. На заднем сидении он обнаружил рюкзак с плюшевой обезьяной и прикрепленным на нем именным бейджем, который принадлежал Лорен Лесли, 15-летней девочке, пропавшей тем же вечером. Полицейский срочно вызвал подкрепление. Следуя по свежим следам шин, безжизненное, но все еще теплое тело Лорен было обнаружено в кустах у старой лесопилки, недалеко от шоссе между фортом Сент-Джеймс и Вандерхофом. Лицо девочки было изуродовано до неузнаваемости, поэтому опознавать довелось по татуировке на запястье с надписью «Grip Fast» – семейный девиз, придуманный ее отцом. Ранение и положение тела были идентичны увечьям, нанесенным Синтии Масс, которая была найдена 9 октября того же года. Коди Легибокова доставили в полицейский участок, а тело отправили на вскрытие. Подозреваемый был покрыт кровью погибшей с головы до ног. В машине был найден рюкзак, удостоверение личности и бумажник Лорен, а телефон покойной и вовсе лежал в кармане его брюк вместе с окровавленным мультитулом. Тем не менее, невзирая на такое количество очевидных улик, подозреваемый, отвечая на вопросы полиции, заявил, что обнаружил труп случайно. Якобы подбежав к девочке, он пытался оказать первую медицинскую помощь, затем запаниковал и решил скрыться, прихватив все вещи, к которым успел прикоснуться. Хоть все первоначальные улики говорили против Коди, офицерам тяжело было поверить, что он может являться убийцей. Общительный, популярный парень из хорошей семьи, спортсмен, у которого к тому же на носу была свадьба, вряд ли мог быть кровожадным преступником. Тем не менее, пока подозреваемый сидел на допросе, офицеры занялись тщательным изучением его телефона, автомобиля и дома, в котором он проживал с друзьями. И то, что они обнаружили, было настоящим порталом прямо в ад. Начнем с телефона. Лорен и Коди познакомились и вели переписку в социальной сети Nexopia с 1 ноября 2010 года.
Девушка сильно увлекалась своим новым другом под ником One Country Boy. Они общались о полюбившихся фильмах, музыке, и Коди даже посвящал ей стихи и песни. Настоящая романтика. Не стало исключением и 27 ноября. В этот день Лорен Лесли написала другу 18:04. В это время в доме Коди Легибокова находилась его девушка, которая уехала в 18:30. Спустя минуту парень ответил на сообщение Лорен и стал договариваться о встрече. Как и полагается 15-летним подросткам, Лорен была очень чувствительной и невероятно доверчивой. Она думала, что хорошо знает своего нового друга, и это стало главной ее ошибкой. Зная, что у Коди есть девушка, Лорен перед встречей все же поставила границы, сообщив, что согласна встретиться и поболтать, при условии, что он не будет пытаться залезть к ней под юбку. На что парень в шутливой манере ответил, что оскорблен сообщениями Лорен, ведь у него и в мыслях не было приставать к ней. Переписка закончилась в 20:22. Друзья договорились встретиться на школьной площадке, и в 20:31 случайный прохожий видел, как Коди идет вдоль забора начальной школы, прямиком в сторону Лорен, которая в этот момент каталась на качелях. Примерно в то же время Лорен писала сообщение подруге по имени Чарити Фанк. Девушка хвасталась, что проводит время с парнем по имени Коди, и они собираются куда-то поехать на его пикапе. Переписка продолжалась до 20:35, но затем внезапно оборвалась. Что произошло дальше, мы можем судить лишь из показаний самого Коди и заключений патолога-анатома. Допрос длился сутки. Коди продолжал настаивать на своей невиновности и просил позвонить отцу. Но все же спустя некоторое время он изменил свои показания. По его словам, той ночью была не просто встреча, а свидание. И как только Лорен убрала телефон, прямо в машине между ними произошел секс по обоюдному согласию. Но девушке этого оказалось мало. Именно тогда они решили уединиться на старой заснеженной лесопилке. Все шло как по маслу. Интим был в самом разгаре, но внезапно Лорен взбесилась, словно в нее что-то вселилось, начала ругаться и драться. Пребывая полностью в неадекватном состоянии, девушка билась головой о дерево, а затем несколько раз ударила себя по лицу гаечным ключом. Несчастный Коди пытался ее остановить, но она набросилась и на него. Тогда из благих намерений, словно рыцарь в сверкающих доспехах, он выхватил нож и прекратил страдания несчастной, перерезав ей горло. Во время допроса Коди все время бил себя кулаком в грудь, уверяя, что так все и было. Он всего лишь жертва обстоятельств. Версия патологоанатома была куда более трагичной. На теле покойной обнаружены следы борьбы и сексуального насилия. Ни о какой связи по обоюдному согласию не могло быть и речи. Травмы наносились продолжительное время. Исходя из временного промежутка, нападение произошло сразу же, как только парочка покинула территорию школы. Коди врал без зазрения совести, выдавая желаемое за действительное. На помощь прибежал адвокат, который, добросовестно защищая клиента, заявил: «Он хороший мальчик, собирается вскоре жениться. Его девушка будет работать учителем в школе, а он тренером хоккейной команды. Вы не того арестовали, это недоразумение». Самое удивительное в этой истории, что Коди Легибокова арестовали только спустя год, 28 ноября 2011 года, по подозрению в убийстве первой степени. Адвокат вновь распинался и пытался вытащить клиента из-под стражи, но следователи предоставили результаты лаборатории, которые они собирали в течение 10 месяцев. ДНК Коди, найденная внутри покойной Лорен, показала еще 3 совпадения. Идентичная ДНК была найдена в теле Синтии Маас и Джилл Стученко. Пятна крови на одежде задержанного также дали совпадение. Кровь принадлежала Наташе Лин Монтгомери, Синтии Маас и Лорен Лесли. Таким образом,
Случайное задержание привело к аресту одного из самых молодых серийных убийц Канады. В доме задержанного, где он жил с друзьями, были найдены множественные улики. Дабы их перечислить, не хватит и 15 минут, поэтому я озвучу самые основные. На диване отчетливо просматривалось огромное кровавое пятно. Согласно проведенному анализу, кровь принадлежала первой жертве – Джилл. Диван Коди перевез из другого дома, который он также снимал с друзьями. В бывшем жилище, на том месте, где стоял диван, тоже были найдены пятна крови. Не оставалось сомнений, что Джилл погибала мучительной смертью в День Благодарения именно на этом диване. Она умирала так долго, что кровь успела пропитать подушку и просочиться на ковер. Тело второй жертвы, Наташи Лин Монгомери, так и не было обнаружено, но на светло-голубой простыне в спальне задержанного было найдено 30 отдельных совпадений с генетическим профилем Лин. Совпадения также обнаружили на одеяле, линолеуме, коврике в ванной и вещах Коди. Для получения полной картины детективам пришлось разрезать матрац кровати, на пружинах которого также была найдена кровь пропавшей без вести Лин. Проще перечислить места, где ДНК Лин не было найдено. Она была повсюду, даже на кухне, шторах и на топоре. Логично предположить, что девушку разделили на части, и именно поэтому ее так и не смогли найти. Коди отказывался давать какие-либо комментарии или обсуждать произошедшее, вплоть до 2014 года. Пик абсурда произошел в зале суда. В качестве защиты выступали родственники, друзья и девушка Коди. Все как один рассказывали о том, каким милым парнем был Коди. Спортсмен, красавец, хороший друг и весельчак. Подсудимый никогда не состоял на учете, но, по словам друзей, был крайне невезучим и всегда оказывался не в том месте и не в то время. В момент дачи показаний Коди выглядел очень спокойным. Его речь была четкой и размеренной, словно он заучил каждую фразу. Предлагаю вашему вниманию версию событий из уст самого подсудимого. Рассказ, как и полагается, в который раз начался с описания детства. Идеальный мальчик у идеальных родителей. Но в 13 лет герой рассказа связался не с той компанией и стал употреблять запрещенные вещества. Все это происходило на нерегулярной основе, поэтому никто из родных об этом даже не догадывался. В 18 лет Коди переехал жить к друзьям, и именно в тот период познакомился со своей возлюбленной. Ему было мало одной девушки. Парень знакомился с дамами в баре или в сети Нексопия. Физиология и подростковые гормоны ударяли в голову и брали свое. Ему хотелось больше эмоций и адреналина. Доходило даже до того, что за один день он мог встретиться с 6 разными девушками, в числе которых были и представительницы эскорт-услуг. Дабы упростить знакомство с женщинами, Коди стал устраивать дома вечеринки, и вскоре его жилище стало притягивать молодежь. Алкоголь лился рекой, а прямо в центре зала стояла огромная ваза с самокрутками. На одной из таких шумных вечеринок Коди познакомился с некими людьми, имена которых он предпочел не называть, придумав для них идентификации – буквы X, Y, Z. На просьбу судьи, прервавшего повествование Коди, назвать настоящие имена – подсудимый заявил, что если он позволит себе раскрыть их личности, в тюрьме его ожидает жалкая участь стукача. На этом Легибоков продолжил свой рассказ. X, Y и Z распространяли более серьезные запрещенные вещества, и Коди быстро увлекся волшебными кристаллами. Торговцы с путанным сознанием часто приезжали к нему домой и устраивали более приватные вечеринки. Разумеется, приглашали девочек и хорошо проводили время. На одну из таких гулянок, по версии подсудимого, он позвал Джилл Стученко. Это произошло на выходных в честь Дня Благодарения. Веселье было в самом разгаре, когда ему, как всегда, захотелось женского тепла,
и он уединился в спальне с Джилл. Со слов Коди, все происходило по обоюдному согласию, и ему незачем было применять насилие. После интима они спустились вниз. Джилл села на диван и закурила сигарету, а у Коди тем временем состоялся разговор с торговцами X и Y, которые поставили парня перед фактом. Сегодня Джилл должна умереть. По словам Y, Джилл задолжала приличную сумму и может расплатиться только своей жизнью. Коди не стал возражать или сопротивляться. Вместо этого протянул новому знакомому кусок трубы. X подошел к Джилл со спины и несколько раз со всей силы ударил по голове. Жертва упала на пол, но X продолжал наносить побои. Согласно показаниям Коди, он не убивал 35-летнюю Джилл, но признавал вину за свое бездействие. Истекающая кровью жертва из последних сил хваталась руками за штаны его брюк и просила о помощи, но X схватил Джилл, закинул ее в пикап и уехал вместе с двумя товарищами Y и Z. Коди проводил взглядом машину и, как ни в чем не бывало, принялся убирать дом после кровопролитной казни, словно ничего и не произошло. Тяжело поверить в подобную историю, но Коди на этом не остановился и продолжил рассказ. X, Y и Z целый год не появлялись на пороге его дома, но 30 августа 2010 года внезапно объявились снова. Гости вновь устроили вечеринку и в качестве развлечения пригласили Наташу Лин Монтгомери. Смерть Лин произошла по тому же сценарию. Интим, запрещенные вещества и внезапный удар по голове. Единственное отличие было в том, что Лин пыталась спастись бегством, но, к сожалению, убийца был быстрее. Тело, как и предполагалось, было разделено на части, но куда именно были выброшены конечности, Коди вспомнить не мог. 10 сентября в доме Лиги Бокова вновь появились X, Y и Z. Но на этот раз в качестве развлечения торговцы пригласили Синтию Масс. Стоит ли снова повторять последовательность? Интим по обоюдному согласию, употребление запрещенных веществ. Затем Коди привел ее в гостиную, и один из дружков напал на жертву. Принялся избивать той же самой трубой, что и Джилл Стученко. Коди хладнокровно смотрел на убийство, а затем с сомнительными друзьями поехал в парк, где они и избавились от тела Синтии. Когда они положили женщину возле дерева, она начала издавать звуки, поэтому Уай вытащил из багажника пикарун и несколькими ударами добил несчастную. Все погибшие женщины вели схожий образ жизни. Они были зависимыми и легкого поведения. Можно было поверить, что в преступлении замешаны торговцы, если бы не последняя жертва. Лорен Лесли была обычной 15-летней школьницей, которая училась в 10 классе. Девушка имела проблемы со зрением, один глаз не видел вообще, а второй лишь на 50%, поэтому она часто впадала в депрессию, но в целом была обычным подростком. Правда, еще она очень любила ездить автостопом, за что постоянно доставалась от родителей. Коди вернулся к рассказу, не забыв еще раз упомянуть о том, какой он добропорядочный гражданин и как он любит свою девушку и родителей. А затем продолжил историю. 27 ноября 2010 года он отдыхал со своей девушкой у себя дома, как вдруг ему написала Лесли. Он под каким-то предлогом выпроводил подругу за дверь, а сам стал переписываться со школьницей. Коди планировал тем вечером заехать к дедушке, который жил недалеко от собеседницы, поэтому договорился о встрече с Лорен, чтобы увидеться по дороге и поболтать за пивом. Девочка согласилась. В автомобиле между ними произошел интим по обоюдному согласию, после которого Лорен внезапно взбесилась, вытащила у него из кармана нож и несколько раз ударила им себя в горло. Тогда перепуганный Коди схватил гаечный ключ и закончил ее страдания. Версия Коди Легибокова была до безобразия фантастичной. Несчастный мальчик попал в ловушку, вокруг него все совершают убийства, а девочка, с которой он решил провести хорошо время, внезапно сходит с ума и наносит себе ужасные травмы.
Сторона защиты с упоением слушала невероятные рассказы подсудимого, но в качестве обвинителей выступили патологоанатом и эксперты из лабораторий. Самым главным аргументом Коди было то, что убийства совершили X, Y и Z. Но на телах покойных не было найдено ни одного постороннего отпечатка или даже волоска. Присутствовали лишь отпечатки Коди. По его словам, Джилл, Синтия и Лин были приглашены на смертельную вечеринку в качестве сексуальных игрушек, но внутри женщин была обнаружена только биологическая жидкость Коди. Теперь, что касается ранений. Все трое явно подвергались насильственным действиям сексуального характера. На это указывали многочисленные синяки, царапины и разрывы сфинктера. У Лорен были множественные ранения на руках. Это явно указывало на то, что она отбивалась от насильника, а травмы наносились по таким углом, что она никак не могла бы нанести их себе сама. Если вообразить, что персонажи по имени X, Y и Z действительно существовали, то, по словам Коди, они были знакомы не более полутора месяцев. Неужели торговцы устроят казнь должников на глазах малознакомых свидетелей? Маловероятно. На вопрос защиты, зачем подсудимому выдумывать убийц, обвинитель с легкостью парировал. В тюрьме с сексуальными преступниками обходятся довольно сурово, как и со стукачами. Подсудимый решил придумать себе идеальную историю, чтобы его не включили в эти категории. Решил выставить себя жертвой, плюс это возможность получить меньший срок. Заседания по делу длились несколько месяцев. И все это время Коди психовал, спорил с судом, выкрикивал ругательства в адрес судьи и вообще вел себя максимально вызывающе и агрессивно. Наконец, 16 сентября 2014 года Легибоков был приговорен к пожизненному заключению с правом на УДО через 25 лет. В феврале 2015 года Легибоков подал апелляцию в связи с решениями об изменении места рассмотрения дела. Он требовал снизить порог УДО с 25 до 15 лет, но суд оставил в силе старый приговор. Итак, когда мы знаем версию Коди и версию экспертов, мы можем составить примерную картину событий. Легибоков был сексуально озабоченным маньяком и человеком, зависимым от запрещенных веществ и алкоголя. Он убивал женщин, которых вызывал к себе ради развлечения. Первый интим у них, скорее всего, был за деньги. Затем, впадая в неистовство под воздействием веществ, Коди устраивал расправу над жертвами. С каждым новым убийством агрессия и потребность в жестокости росла, и он придумывал все более изощренные способы для их удовлетворения. Лорен Лесли, скорее всего, была случайной жертвой. Коди планировал залезть к ней под юбку, но девочка отказала, чем и подписала себе смертный приговор. Убийца не воспринимал слова «нет». Товарищей по имени X, Y и Z, скорее всего, не существовало, хотя есть возможность, что это просто плод воображения спутанного сознания Коди. Все еще возникает вопрос, как друзья, с которыми жил Коди, могли не знать, что происходит дома. Но и на этот вопрос нашелся ответ. Убийства происходили в отсутствии друзей, когда те уезжали к родителям. Легибоков тщательно заметал следы, а если что и оставалось, то списывал на инциденты, произошедшие на вечеринках. Вполне вероятно, что жертв было больше, но в данный момент удалось доказать только 4 убийства.